Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как настроить, кто может смотреть ваши истории в Снапчате. Итак, открываем приложение Snapchat, после этого нажимаем кнопку в верхнем левом углу, переходим на вашу основную страницу, после этого нажимаем на шестеренки в настройки и листаем ниже до настроек конфиденциальности и видим здесь вкладку «Видеть мои истории». Все ваши истории видят только ваши друзья, и когда мы нажмем на кнопку «Авторская история», мы можем заблокировать людей, которые не смогут увидеть нашу историю. Заблокировать. Теперь могут посмотреть все ваши друзья, но за исключением заблокированных. На этом все. Всем спасибо за внимание. С вами были Hard Reset Info и до новых встреч.